Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei Honor 7S изменить язык системы. Заходим в настройки. Далее система. Язык и ввод. Языки. Нажимаем добавить язык. Далее выбираем язык, который хотим добавить. Пускай это будет немецкий, Германия. И чтобы установить язык как системный, перетаскиваем за данные полоски на первое место. И как вы можете заметить, язык изменился. Чтобы язык удалить, нажимаем дополнительно, далее сюда. Выбираем язык, который хотим удалить, и нажимаем на корзинку. Окей. Язык удаляется, и у нас снова установился русский язык как системный. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!